Подписчики оценили формы телеведущей. Актер Павел Деревянко принял участие в новой программе Тины Кандилаки на YouTube под названием «Кандилайки». После съемок артист сфотографировался на память с журналисткой, однако акцент на снимке был сделан на глубоком декольте автора программы. Роскошная Тина собака Тина подчеркивание Кандилаки очень мило поболтали. Смотрите на канале Решетка Кандилайки, подписал провокационную фотографию в Instagram Деревянко. Подписчики актера не меньше впечатлились роскошными формами Тины Кандилаки и поспешили прокомментировать снимок. Я заработал тахикардию и подвывих челюсти. Самое главное, роскошь на передний план. Ракурс взят верно. Сеем культуру в массы. Я даже не знаю, на что тут смотреть, но усы или вырез, у Тины хороший ракурс, отметили подписчики.